Привет! Посмотри, какой у меня дракончик. Смотри, красиво? Красиво. Специально сделано, потому что это платье, оно так запахивается, и типа все, и на завязочку. То есть оно очень легко вот так, оп, и все, и нету платья. И особенно спереди, он очень любит так. Так что я на всякий случай. Что ты там все грузишься? Давай, сейчас пойдем, погнали, будем охранять. Мы готовы. Водичка есть, кофе есть, электроночка есть. Чуть-чуть конфетки есть. Продолжай. Ты чего, лом? Продолжай. Что это такое? Моя мышка. Где моя мышка? А, вот она. Красота. Красота. Нравится? Мне тоже. Так. Серьезные люди. Мы серьезные люди, между прочим. Мы играем. По-моему, мы это смотрели. А, это я вышла. Это я тогда вышла, но не сохранилась. Фоточка это. А, ну да, да, да. Ладно, ничего. До встречи на том свете, Марк. Давай, брат. Брат Квадрат и друг Сундук. Вот. Руки сухие. Ну, что поделаешь. И это моя тоже, конечно. Интермедиа. 1938 год. Ах ты, херов призрак. 3 сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненная, Том. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солерия? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Солерия за решетку. Если мы договоримся, моя семья в обмен на Дона. Значит, не убили его семью. Тогда зачем ты? Зачем ты его предал? Ты же сам из таксистов пришел к нему, заработал денег, познакомился с Сарой, женился на Саре. И теперь? Ты собираешься предать? Узнаешь кого-нибудь? Подожди, это же моя жена и дочь, алло. Присмотрись. Старик — это Дон Пепоне, а двое парней — Морелло и Сальери. Да. Угу. Теперь узнаю. Посмотри на сигарету. Год, наверное, 20-й. На уголек посмотри. Апрель. Свадьба Морелло. Сальери был на ней шафер. Угу. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелло поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Интересно, и чего это они поругались? Интересно, Морелло мне погиб. Знать. Сальери был вполне счастлив. Считай, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. Угу. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь.
И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелла. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда так. бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Так, еще это будет. Ага, начали и перестали доверять друг другу. Получается, сейчас посмотрим. Перевыборы. 1938 год. Да, босс, никаких проблем. No problem. Здесь все, что есть? Три пачки денег и одно пиво. Какая странная крышка у пива. Ты что, полтора? Конверт более худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них решил искупаться. Доплыл до середины. И понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбулле. Тёрнбулл. И все в десяточку. Губернатора. Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Угу. Мне навестить его. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. Mm-hmm. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Понял. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Итак, у нас будет Сделай. Винтовочка. Хорош. Как же он курит эту сигарету? Как так можно? Как зачем? Зачем тогда? Что это? Ну, пошли. Эй, да, да, я красавчик. Ой, дама. Как жаль, что ты уже женат. О, но да. Он и не посмотрит на нас. Он такой правильный. И таки хорошо, нечего парня. Слышь, ну-ка пошли. Ничего себе, осуждаю. Это, то есть, типа, если бы посмотрел, они не против. Эх вы, а как же женская солидарность. Плохие девочки. Плохо, осуждаю. Есть один, все. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Что, заклинило? Алло, ты? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята... Иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше.
как же меня задолбал этот политикан, Томми. Это же наш город. Влепи ему промеж глаз. Обязательно. Влепим. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Ага. Понял, принял, обработал, пошел выполнять задание. Задание принято. Побежали. Побежали. Вот так уже. О, кстати, какая у нас тачка есть? Давай посмотрим. Уля-ля. Уля-ля. Красненько. Оно. Вот это мне нравится. Вот мне кажется, вот это самое оно, синенькое. Хотя... Behringer's department store has been serving the... Вау, наша поездочка началась с музычки, господа хорошие. Тихо. Ну, затанцевалась я. Блять! Ёбаный, ну прости. Прости. Извини, все, за рулем, никаких накрашиваний волос, ой, губ, никаких, ничего такого. Аккуратно едем. Прям благодарю, я-то думала повернуть. И я первое своего позволения благодарю. Ну, бля, чел. Спасибо. Надо какую-нибудь мощную татечку стебрить. Скажи. Хотя вот это мне нравится. Мне кажется, что она хорошо поворачивает, все хорошо делает. Так, господин полицейский, я просто иду своей дорогой. Я обычный гражданин, ничего не делаю. Господин полицейский, я прошу прощения, если где-то нарушен закон. Это было не специально. Благодарю вас. Я пошла. Так, ну что? А что найти надо? Найдите способ проникнуть в тюрьму. Понял, принял. Опа. Господин хороший. Эй, друг, иди сюда. Давай. Ты от Тони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Ага. Там идет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Понял. Ох, через канализацию. Следуйте за отметками бродяги. Ой, спасибо же, хоть пока. Сам вали отсюда! Ты там наверху! Сиди не рыпайся! От тебя вообще! Ты! Ну-ка, стой! Ну-ка, иди сюда! Залезай! Ну-ка, иди сюда! Кто сказал? Ты! Мамке привет передавай! Скажи, я у нее сегодня ночью ночевал! Все, теперь можно идти. Теперь проход, теперь по-серьезки. Значит, идем. Ага. Так. На карту можно не смотреть. На карте ничего не понятно. Ну, пошли, ладно. Разберемся, шум, не разберемся. Нифига. Господин. Сэр. Не видели мою крысу? Нифига ты. Нет, не видела. Что ты делаешь? Это побег из Шоушенка в процессе? Что это такое? А ты что-то... Нет, ты точно не один из нас. Тебе здесь не рады. Хорошо. Следуйте за отметками. Так, а в смысле? Это шутка? What the fuck? На что ты мне намекаешь, брат? Ну-ка, давай-ка поднимемся. Я что, неправильно сделала что-то? Ты
Блять. Может, драться надо будет? Эх, брат, я хотела. Хотела, чтобы у тебя было все хорошо. Ладно, вот это сюда. А, вот это мы спустились. Тут тупик, тут тупик. Опа. Lost Heaven. Tupi Writer is our lullaby. Я полностью понимаю тебя, брат. Так, иди сюда. Предупреждаю, мистер. Ай, ай, левый альт. Мистер, блядь, я тебе покажу, мистер, слышишь? Мистер, он мне говорит. Сюда, на. Хорош. Молодец, брат. Братка, молодец. Иди сюда, дай посмотреть на тебя. Ой, красавчик. Ой-ой-ой. Ну, пошли, молодец. Умница моя. Ну, пошли. Там крыса, которую мы не видели. Идем дальше. А я-то думала не обижать никого. Вот она, отметочка. Ну да. Ну кто ж знал? Найдите способ проникнуть у тюрьму. Keep out! Почему вы не оставите нас в покое? Кому ты орешь? Я там... Где там? О! Это наш дом. Когда вы уже наконец это поймете? Ты кто такой? Это ты, коп? Тут заперто. Ты не войдешь. Ну ладно. Шухер, кто-то идет. Прочесть. Тюрьма, протокол безопасности, тюрьма Lost Heaven, центральный остров LX. Процедура входа и выхода. Начиная с сегодняшнего дня, 1 июля 1921 года, персонал обязан действовать по следующему протоколу. Первое. Проверьте основания для посещения. Второе. Убедитесь, что другие охранники находятся по обе стороны двери. Третье. Потяните рычаг, чтобы открыть дверь. Четвертое. Закройте дверь без промедления. Еще раз. Потяните рычаг, чтобы открыть дверь. И потом быстренько дверь закройте. Понял, принял, обработал. Все сделаем. Хорошо. Братюнь. Закрывать будем, нет? Нет. Мы ходим по тюрьме, ты представляешь? Где ты видно? Ого! Ты, может, зомбяк? Что с тобой такое? Ты будешь блевать? Походу нет. А ты не обманываешь, ты не блюешь. Ты обманул, ты обманываешь. Женщина? Нужна помощь? Я что попала? Куда я попала? Это что за игра такая? Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Да хорошо. Я что, претендую, что ли? Мне откровенно говорят, честно сказать, пофиг. А зачем мне хилки, расскажите мне, пожалуйста. У меня нет оружия, ты представляешь? Братюнь, я мимо иду. А давай поговорим с тобой. Как дела? У меня была работа. Ага. Хорошая. Надо меня осуждать. Да я не осуждаю, играй на гитаре на здоровье, ради бога. Так, с этим драться сейчас будем, если он подойдет. Это что было? На тебе! Я тебе с тобой сейчас поговорю, братка! Ты думаешь, я шучу? На, сюда подошел! Я тебе шутка, что ли? Тоже не. Ха-ха!
На! Туда тебя! Хил, бля, давай похилимся. Типа оно рассчитано, что мы будем со всеми драться, видимо. А мы не будем, а мы не такие. Мы хорошие, мы сладенькие. Кто сладенький? Я сладенький. Я сладенький. Ты тоже сладенький? Я твой сладенький. Ой, иди отсюда. Прокажные. Leave us, get out. Oh, God. Please. Ты приносишь неприятности. Ты уже их и так поимела. А где башня? Где башня? Ты ее найдешь, как и всегда. Господи. Ты уже мертв. Правда же? Я не мертв. Привет, чел. Да я не буду, я не пью, спасибо большое. Местная тюремная бомжатня. Драться будешь со мной? Блять. Сюда подошел. Сука, что ты сказал? Что? Как спичку тебя сейчас? Как спичку, чтоб бы там ни было. Зажгу тебя, как спичку. Я зажгу... Ах! Блядь, я зажгу тебя, как спичку, детка сладкая, ресничка. Хорош. Изи, просто изи. А почему? Потому что кто здесь папочка? Кто здесь мамочка? I lost my arm in the France for years. Да, ты потерял свою... О, я могу перевести это, кстати. Я потерял свою армию ради этого. Да, братка, да. Так, здесь можно пройти. Я хочу это сделать. Нет, упадите. А что такое? Сюда никак не ворваться. Ага. У меня должен быть ключ, которого нет. А, должен быть ключ, которого-то нет. На-на-на-на. А вот он. Чудненько. Не то. Отлично, берем. Спасибо. Где ключ? Я заплутала чуть-чуть. Опа. Опа. Хорош. Благодарю. Так, пойдем, 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 пойдем. Давай. Хилка, значит, где-то будем драться. Почему так страшновато как-то? Я думал, будет больше народу. Смотровая башня рядом? Совсем рядом. Лифт не пашет, но можно и по лестнице. Спасибо. А зачем таким тоном неприятно? Блин, не пашет, но можно и по лестнице. Можно и по лестнице. Да хорошо, господи. Собираем всякое пока что. Оружия у нас нет, у нас ничего нет. И как замечательно, что мы просто идем. Ах, как хорошо. Мы почти дошли до нашей башенки. Чудненько. Найдите место для стрельбы. Найдите то, чем стрелять можно. Так. Отлично. Молодчинка, открывай своим ключиком. Открой мой замочек своим ключиком. Ага. А зачем? Почему ты пешком идешь? Что? Чем? А, понял. Все, понял. О, бери, давай. Сейчас я покажу кайф. Просто кайф. Просто класс. Бля, прикольно, далеко так. Вот это он. Вот так. Хорош! Покиньте тюрьму! Куда? Беги! Зачем ты выбросил винтовку? Ты дуралей! Ты что?
С ума сошел. С ума сошел. Черт. Беги. Долго ли я был в отключке? Да, наверное, долговато. Еще ЛОХП у тебя еще, конечно же. Ёпта мать. Давай, побежали, побежали. Хилочки собираем. Немножко неповоротливо. Блинский. Да блин! Отлично. Бежим, бежим, бежим. Да господи, ты боже мой. Смотрим хилочки. Мишка! Вау, прикольно, посмотри, Мишка! Клево, клево, придумали, клево, как у меня заставочка на Твиче. Шеф сказал, он умер до прибытия скорой. Пошли, пошли, пошли. Кю-к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 ю! Умница. Братка, страшно. Кю! Да я стелси! Да я просто огнище! Моя ты умница. Ты ж моя умница, ты ж моя золотка. А ты же мой хороший. Что драться с ними, не знаю, не очень хочется. Он ушел, а этот спиной. Сюда подошел, блять. Хорошо. Освободить никак нельзя. Прочитать. Уведомление о выселении. Департамент полиции Лост-Хевена. Город Лост-Хевен. Уведомление о выселении. Данным уведомлением все обитатели покинутой тюрьмы Лост-Хевена предупреждаются о принудительном выселении. Вы проживаете на территории муниципальной собственности города Лост-Хевен. С вами не было заключено никаких соглашений, и вы не выплачиваете арендную плату. Если вы не покинете территорию тюрьмы в течение 10 дней с момента получения данного уведомления, офицеры полиции Лост-Хевена выселят вас принудительно. Покиньте территорию немедленно. Блять. Я надеюсь, нас не видно. Отлично. Вот это же игра! Просто по стелсу! Просто как... Просто кайф! Черт, пусто! Ничего, идем поищем там. Вставайся! Ты окружен! Тебе не уйти! Снаружи вся полиция города! Тёрнбулл был достойным человеком! Слышишь? Достойным! А сзади есть кто-то? Ладно, сейчас что-то придумаем.
Ладно, поищем. Сюда подошел. Вау, в рот просто, ты видел? В рот. Красава. Что у меня? Винтовка, да? Да, винтовка. Пуль почти нет. Вау. Беги, мой пирожочек, беги, мой сладенький. Куда? И куда? Ты куда? А куда ты пришел? Пить пришел? Бухать? О, господи. Давай, Зайка, я в тебя полностью верю. Верю. Всегда верила и всегда буду. Ух ты ж, блядь. Блядь! Не дает стрелять! Кошмар какой. Еще один есть. Вон там. Я ничего не видно. Давай, зайди ему с фланга. Где я? Да, блядь, ты сдохнешь, нет в этой жизни. Ничего себе, ты, конечно, шустрый, дядька. О, красиво как было. Оторвитесь от копов, беги! Беги, блядь, да что с тобой такое, чел? Это шутка, блядь, да иди ты нахуй. Блядь, в пизду, это какого хера ты не ехал? Почему ты не ехал? Да я бы уже убежала, если бы ты поехал, блядь. Это кошмар. О, жарко стало. О, о, о. Фух, жарко. Забыла. Время, да? Что у нас по времени? Время. По-моему, было 40 типа минут должно пройти. Значит, сейчас заканчиваем серию. В следующей серии продолжим нагибать. Пока. А мне лайк поставишь? Хотя, ну как хочешь. Ну, тебе решать.